Так здорово, что в интернет-магазине появилась новинка. Открытка-раскраска к песне «Осень ясноокая». Это еще одна возможность встретиться с героями этой песни, увидеть их в линиях рисунка, вот, увидеть их взоры, почувствовать их отношения. Это так чудесно. Вот я смотрел открытку, и там прямо вот чувство, сколько внимания и заботы они дарят. Какой увлекательный у них интересный процесс. Там, по сюжету они там садят клумбу в виде птицы счастья. И вот так вот смотришь на открытку, и такое ощущение, что вот прям попадаешь в эту сказку и становишься соучастником. И так здорово, что это возможность еще и прикоснуться цветными карандашами, нести свои чувства, свои отношения. Вот. И в этом чувствуется забота сказочного мира, что вот наполнишься с этими чувствами благодаря песне, благодаря цветным иллюстрациям. Уже, наверное, даже появляется потребность. Вот как-то хочется отблагодарить, хочется вот посоучаствовать, хочется вот нести свою лепту, свой отзыв сердца. И вот такая вот возможность появилась. И это очень здорово. Спасибо огромное. Мне эта открытка очень нравится тем, как она исполнена, сколько там тонкостей, сколько вот мельчайших таких подробностей, благодаря которым смотришь и вот знакомишься с этим сюжетом. И мне кажется, тут можно встречаться с ней многократно и познавать, знакомиться, встречаться, радоваться этой песне, этой сказке. Спасибо огромное за такую возможность и за такую новинку.